Квартира та же, хозяин тот же, а налог на имущество изменился, вырос почти в 3 раза. Такое возможно, говорят в налоговой инспекции и объясняют почему. Рассчитывается налог так. Налоговую базу умножаем на коэффициент дефлятор и умножаем на ставку налога, где налоговая база – это инвентаризационная стоимость вашей недвижимости, которая была установлена еще в 2013 году и не менялась до сих пор. Коэффициент дефлятор устанавливает федеральный законодатель, а вот он с каждым годом растет. Если в прошлом году при расчете налога использовался коэффициент дефлятор равный 1,147, то уже в этом году при расчете налога за 2016 год этот коэффициент уже составил 1,329. И, наконец, налоговая ставка. Она разная и зависит от следующего. Если после умножения инвентаризационной стоимости вашей квартиры на коэффициент дефлятор получится сумма меньше 500 тысяч рублей, то для вас в городе Перми будет действовать ставка 0,2%. А как только сумма объекта перейдет за 500 тысяч, действует другая ставка. Для Перми 0,6%. Коэффициент дефлятор применяется по всем объектам при исчислении налога на имущество. Этот коэффициент устанавливается приказом Министерства экономического развития Российской Федерации, утверждается на каждый год, и он меняется. И если был он в прошлом году 1,147, то в этом году 1,329. А в следующем году уже приказом утвержден коэффициент дефлятора в размере 1,425. Приведем пример. Инвентаризационная стоимость квартиры 400 тысяч рублей. В прошлом году при расчете налога применяли коэффициент дефлятор 1,147. Перемножаем числа и получаем сумму 458 тысяч рублей. Она не превышает 500 тысяч, а значит действует налоговая ставка 0,2%. Получаем налог в 916 рублей. Что произошло в этом году? На ту же стоимость квартиры применяем другой коэффициент 1,329. Перемножаем числа и получаем 531 тысячу рублей. Сумма превысила 500 тысяч, значит ставка будет другая, уже 0,6. Отсюда и налог 3186 рублей. Больше, чем трехкратное увеличение. Получается следующее. Как только инвентаризационная стоимость вашей квартиры после применения коэффициента дефлятора перевалит за 500 тысяч, ждите резкое повышение налога.